Конец апреля, идет ток у Тетерева. Это курообразные, которые живут у нас здесь в горах, в еловом поясе. Вот. В следующем году открывается охота весенняя. Казахстанское общество охотников и рыболовов планирует реализовать лицензии на Тетерева. Вот сейчас мы в рамках учетных работ изучаем численность, местоположение таков и так далее. Очень интересная горная охота на птицу.